Мишань, завайся обратно. Вы надо мной издеваетесь, понимаешь? Вы меня терпеть не можете. Мужики! Он тут! Всем вассап, с вами Скамелеон, это третий влог подряд. Вы спросите, зачем? Ты же говорил реакции, ты же говорил будет то. Я вам скажу так, я очень продуктивная личность. И на самом деле у меня бывает такое редко, но сегодня, и вчера, и позавчера были очень интересные моменты, которые я хочу вам поведать. Просто то, что произошло сегодня ночью, мне не описать ни с чем. Из маленького пранка все переросло в огромный конфликт. Это очень тупо. Но то, что происходило, еще тупее. Поэтому перед тем, как мы начнем этот ролик, поставь большой палец вверх, подпишись на канал, нажми на колокольчик. Что-то еще хотел сказать. Топовый комментарий. Иди к папочке. Мы вроде совсем разобрались, поэтому... Чего, поехали. Ничего не предвещало беды, как вдруг мы с Мишей планировали ложиться спать. Я должен был монтировать, он тоже. И я иду к себе в комнату и по пути вижу скотч. И мы с Мишей решили сделать пранк и обклеить входную дверь скотч. Типа, ну чё, нет, попадутся, посмеются, будет весело. Не тут-то было. Приезжает Ярик. Ярик был немножко не в трезвом состоянии, потому что он отдыхал. И он видит этот скотч, который можно было просто отодвинуть. Просто отодвинуть. И сейчас вы услышите его реакцию. Что такое? Как мне зайти? Что случилось? Не, там тоже такая... Где? На заднем. Нет. Да заходи тут! Там балконоплен для Карины специально. Хорошо, спустись, пожалуйста, в гараж и открой мне гараж. Зачем? Заходи. Чтобы тут. Это осталось для Карины и других. Для Карины балкон обклеен, для тебя тут. Да заходи тут уже. Это скотч. Я... Ну, решив поприкалуватися, попідпалювати двері в під'їздах. Ну, а як підпалював, то перед цим позвонив в пожарну, ну і казав, що щоб побільше води готовили, бо буде не один і не два підпала. Ярик, ти так довго будеш відкривати його? Як воно пахне? Ну, сейчас весь дом подержишь, Ярик. Миша. Пойди, пожалуйста, спустись. Да, открывай уже, заходи. Ты, чувак. Не, ну, смешно. Чего? Пойди, пожалуйста, открой гараж. Я знаю, как это работает. Какая? Мужик, сейчас, смешно. Спустись в гараж. Да заходи так. Я не знаю, как это работает, я потом приклеивать. В смысле? Ты просто отдери. Миша, не смешно. Ты почему? В гараже. Да все это время. Камон. В итоге он попросил Олега открыть ему дверь, и мы пошли и заперлись в комнате, потому что нам стало страшно. Он был очень злой, очень злой. Он ломился к нам в комнату. Сейчас увидите. Я стою такой, Олег, ты пьяный или нет? Он такой...
смысле, у меня ее сломали? Что? Что? Я думал, если он там что-то сломает. Он же не в адеквате. Может пойти отомстить. Он же думает, что это я. Такого не сделал, если бы он был адекватный. Он бы... Короче. Он бы повозмущал за минуту. Что это за кола? Нормальная кола. А, да? Соленая. Нормальная кола. Она теперь, мне кажется, странной. Соленая. Я боюсь, в какой момент можно будет выйти через час, через два. Я люблю мужчин. Кстати, вы тоже... Нет? Я не знаю. Лео! Чекни телеграм! Лиза, или кто-то... Все, пацаны, тихо. Лиза, Нора, это Лиза! Тихо. Не закрывается. Тихо, держи дверь, чувак. Чего вы, ребят? Он нас убьет, ребят, расчленит. Я могу попросить Лису, чтобы она отпустила нас в ту комнату. Она не пустит, ты слышишь мою реакцию? У вас не лежит тут случайно эта палка еще? Я говорил, она пригодится. У меня лежала палка крутая, Миша с кого-то хуй... Он на штатив есть. Штатив ему опасно становится. Ярик. Как только вы... Какой-то Ярик. Шип, его в лакомец он будет лезть. Чувак, у меня есть перец. Не, ну перец у меня... Это... Это не надо. Ребят, я сейчас обоссусь. Ребят, вот есть Липтон, можете у него пописить. Я серьезно, мы тут надолго. Он тут! Бля, у нас даже колонки нет. Привет!
Меня зовут Саша, и я диктор канала «Мастерская настроения». Ребята, попахивает местью. А ты его последний брал, ты и сносишь. Да. А Норы умирает. Он вообще неадекватный. За контур. Все, два бутерброда. Это как хоррор. Напоминает игру, на которую мы сегодня смотрели. На Resident Evil? Угу. Если что, окно тоже закрыто у Лизы. Ой-ой-ой. Или ты каким тоном Пломба. Хотел сказать? Пломба. Бля, тут можно слезть чисто в теории. Да, я слазил. Да? А, все, давайте я слезу, я готов. Я Вы... тоже еще готов слезть. Лиз очень сильно действует на пьяных. Аня, помоги нам. Аня! Аня! Она просто прошла мимо. Подожди. Аня! Убери пальцы. Помоги нам. Она... Аня! Аня! Да у Ани спина. Она закрылась просто, она просто прошла мимо. Она даже не откликнулась на помощь нам. Мы столько помощи Ане предлагали. Аня просто прошла мимо. Аня, помоги, пожалуйста. Прошу тебя, на зуму. Как Аня будет это делать? Ладно, Аня, не надо. Аня, иди спать. Она и так пошла. Ей вообще похер у нас. Аккуратно, что пальцы не пришли. Так вот они. Ярик, дебил. Сам забаррикадируй. Давай. Так, ребята, я сегодня. Ты идешь спать? Я пошел. А, ты. Я думал, ты хочешь отмазаться. Да! Он просто решил нас запереть, чтобы мы не могли выйти из комнаты. И как вы думаете, что сделали мы? Мы ж хитрожопые жуки, которые могут все и всюду. Поэтому, как бы да. Спойлер, на Ярика обид не держим, он нас тоже не держит, но все круто, все классно, вот, все офигенно. Потом у нас была идея залезть через крышу, пробраться в комнату к Лизе Анора и Лизе Найс, и открыть, то есть отодвинуть все. Но Ярик это дело предусмотрел. И он закрыл то окно, и мы просто ходили и стучали там по окошку, вот. Пульт. Кирюша, где пульт? В общем, пока кто-то хочет спать, как Ярик, Ярика завтра очень много работы, как он сказал. Мы сейчас будем химичить и не давать ему спать всю ночь. Самое смешное, что Ярик решил поставить свой телефон вот так вот в коридоре и снимать нас. Вы думаете, я тупой? Я взял стаканчик с водой, взял трубочку. У нас дверь открывалась вот на вот столечко, вы, наверное, видели в кадрах. Я брал, набирал воду и плевал вот этот телефон. Я залил весь телефон. Ярик, поставь телефон. Залил весь телефон. Посмотри, я Давайте телефон, подожди. Ну, я уже прилипаю. Ору. Прилипает, это очень красиво. Его сейчас очень жопа скорее. Закрывай, закрывай, закрывай. Броши попала, прям броши. Куда? Он так оборачивается. Как достать соседа. Я бегаю по хате. Да включу тут. По хате. Я кидаю деньги. Ярик не знает, как бесить людей. А мне нравится эта музыка. Ты что пальцы не прищемила? Чем будет мой палец теперь не знаю.
А, еще Анура и Ализа была тоже против нас, поэтому выходить в соло, перелазить было опасно, потому что хрен знает, что они могли с тобой сделать вообще. Я снял это? Ой, я чуть руки не сломал. У нас был еще второй вариант, вылезти через каркас. Сейчас вы увидите, короче, сложно объяснить вот эту вот хрень. Поэтому сразу открываешь окно и держишь дверь. А мы перелазим. И какой плюс? Пожалуйста, аккуратненько. Чувак, если ты себе что-то сломаешь, а ты в тапочках прыгаешь? Может, я прыгну? Вот, там можно на перила. Нет, там надо на перила стать, понял? Вон, на перила. Кряхни просто. Нет, ты на меня выдержал. А ты типа легче уйдет, а тяжелее меня? Кирилл, какая-то Нет, я так слазил, реально, честно, я помню. Миша, ты тоже... И Влад залазил тоже. Это тут высота 2 метра. Нет, обратно, чего? Миша не умеет приземляться, у него... Ну, без рофлов, типа, ты такой волнистый парень, ты там ***шься, мне кажется. Давай, залазь. Мы за себя страшно. Лео, а мы не с тобой прыгали, блин? Нет. Да нет, там высота добрый день. Мишань, залазь обратно. Он еще трескается. План пока отменяется, думаем, что еще сделать. И, да. Этот план тоже провалился. Если бы уж горело и надо было 100%, я бы смог. Но не сильно горело. Было больше весело, а так бы, я думаю, если бы была необходимость... Еще я просто пить не хочу, поэтому я тут шевелюсь. Извините, пожалуйста. Вот, если была жесткая необходимость, я бы, скорее всего, спустился, я или Кирилл. Но все равно было страшно, потому что тип в неадекватном состоянии. Камон. Пока мы тут ничего не делали, Миша сделал что? План. Смотрите, это комната Лизы. Это ваша комната. Сейчас тут находимся. Это я, это Лео. Да, это ж наш план. Мы находимся тут. Это вот эта вот комната. Тут стоит объект, который мешает нам открыть дверь. Кровать и комод. Тут находится кровать нашей жертвы. Я помечу ее огоньком. Нам нужно устранить вот этот вот объект. И нашей группой пробраться вот так вот по коридору, пойти в эту комнату, закрыться, а потом ночью выбегать и шуметь, стуча по двери Ярика. А ну и когда он окончательно уснет. Я тебя ложу за умную музыку, чувак. И у него будут сонные параличи, потому что мы будем всю ночь ему мешать. Мы... Пофиг. Один объект, который будет нам мешать в той комнате. Да на тот объект пофиг, а, можно там шуметь. Не мой план. И это дверь Ярика. Мы ее забаррикадируем. Так же самой ночью, как он это сделал над нами. И будет очень жестокая месть. Да, я видел в мультиках, все подписывают. И злой смайлик, злой смайлик. Кот. А. Как оказалось, Ярик нам все открыл. На доску, Лео. И это значит что? А, план отменяется. Баррикады больше никакой нету. У нас есть свободный доступный выход. Мы просто пробегаем сейчас в комнату, если она открыта. А если нет, то что? А, ну мы сидим тут, короче, если она не открыта. И как только Ярик ложится спать... Секундочку. Ложится спать. Мы прибегаем, стучим по двери. Он ловит сонное паралича. И мы добиваемся тем, что закладываем его дверь чем-то большим. Вот. Я не могу с этого университетчика. Зачем? Я его кулаком снесу. Я как Эльфин на него прыгаю. Прибыл.
Кто? Давай. Заходи, забегай, 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 О, да. Давай, лезь, О, да. Ребята, пришел главный смотри, мститель. Я объясню сейчас, раз секунду, план быстро. Так. Куда ты оставил? Мы? Ребята, это Габелла. Объясни план. Смотри, вот это вот мы. Нас Ростик только что баррикадировал тут с кроватью и комодом. И мы не могли выйти отсюда сколько? Минут 40? И мы залекли Зианори в окно. И у нас был первый пранк Ярику. Это мы закрыли его туалет, короче, пленкой. И он, ну не знаю, пописал, не пописал в итоге. И Карине а второй тоже. Пранк был, мы закрыли всю дверь полностью скотчем. Ну ты видел, да, там, наверное, обрывки? Только не обри никому, ни Карине, ни этому. Да, он не дебил, он из наших. У нас третий пранк сейчас будет. Мы будем обрывать Ярика без слонного паралича. Мы будем встречать ему всю ночь по двери. Да, я не буду, я ничего. Не обори. И в своих, и там Ярику тоже не обори. Нет, там мы не... Мы будем доводить его до сонного паралича. Он с Яриком вообще не кинтует. Да, дайте договорю план. Мы будем доводить его до сонного паралича и забаррикадируем ему дверь, чтобы он утром никуда не смог уйти. Как вы будете его доводить? Стучать по двери и убегать. Стучать по двери и убегать. Он будет просыпаться, засыпать, просыпаться. А Женя в доме? Нет. А его не будет? Нет. Отлично! Я больше всего боялся, что у Жени жопа сгорит. А где он? Блин, они все убрали. Не-не-не, скотч валяется. Бомба. Он бутылку миринды запустил со всей силы. Чувак, я предлагаю ему сейчас думать, как заставить комнату. Я боюсь себя в логах материться, потому что я не запикиваю. Я запикиваю. На дно мы затаились, а потом мы резко выходим, тихонько берем и помоет эту и убиваем. У нас не получилось. А кровать не опирается так об стену, да? А если чем ее можно подпереть? Можно просто комодом и еще куда-то. Может, пуфики еще. Да, возможно. Тут мы уже поняли, мы прождали минут 20-30, Ярик шел к себе в комнату. Мы под шухляточку так тихонечко подходим и резко берем комод, подпираем его дверью и садимся с него. Ну и сейчас вы все увидите, что там было дальше. Спасибо.
Что за светом? Да я хочу. Давай показать еще тебе. Как? Мы поняли, что Ярик не собирается уже выходить, типа, и он хочет спать, поэтому мы начали, как бы, терроризировать его дальше, потому что баш на баш, свои поступки надо отвечать, за свои поступки надо отвечать, мы ж мужчинки, вот, и мы кричали, что мы мужики, потом мы пошли вниз, взяли колесо, взяли лестницу и максимально забетонировали ему стену настолько, что они не могли выйти. Ты же не знаешь, когда меня сильно драконит, что я буду вытворять. Я считаю, можно смело идти спать. Мне страшно спать, как будто в голодных играх. Сегодня ночью. Может, с ремонтом сказать? Не зашло. Не хочешь? Да, нормально. Да и так не будет. Нам закрыли? А нам не будет жопа? А что нам будет жопа? Они нам закрыли? Закрыли по факту. Могли также сломать дверь и потом бы сказали... Посмотри нашу дверь. У нас угол тут. Я веду вниз. Я не хотел это вставлять, но я случайно услышал, что капец какой-то происходит у Лизы, а Норы в комнате. Я захожу туда, а оказалось, что Лиза Найс была в душе и свое полотенце повесила на подоконник. Ой, я писать хочу. А на подоконнике лежали документы Лизы Аноры. И они все заплыли. Там как бы не критично, но... Но вы сейчас все увидите. Не закрывайте. Вчера мокрый будет. Положил на подоконник. А там да. Все документы Аноры. Они все мокрые. Они все заплыли. Какая Лиза Найсик? Да. Она не специально. Лиза такая. Я не вложила. Она ровненько размешана там. Мокрое полотенце, мне сертификат ЗНО, который мне надо очку подавать. Сидит, как будто я жопу протерла. Ну, надо мной издеваетесь, я понимаю, что вы меня терпеть не можете. Такое делать, блядь. Какое говно. Подожди. Я это же никак не исправлю, шо, подожди. У тебя есть сканы документов? Нет, ты понимаешь, что подавать в оригинале, шо, им подам. Это можно исправить. Как это? На лицо вышли, что? Установить документ можно. Алло. Мне еще этим не хватало заниматься, ну вы шо, если... Ну по-другому никак, это надо восстанавливать. Ой, блин. Устанавливать. Ну что, не видно, что ли, печати эти? Тут все ну скажи, ну, пожалуйста. Вот это, а ну и шо? Нельзя просчитать, ничего. Скажи, это акварели. Не, ну почему вы не... Скажи, что младшая сестра...
что младшая это сестра... Это можно восстановить. Он тут что, не видит? И наука. Если сейчас положить в книжку, оно ровно может высохнуть. Лайфхаки. Лайфхаки трум-трум. Лиза, отойди от меня. Я тебя прошу. Это было максимально весело, но нам было максимально, честно, нам было максимально страшно, потому что этот смех, который вы слышали, вот это все, его мы не знали, на что человек готов пойти. Нам было страшно элементарно выходить, потому что человек мог словить белку и поубивать нас всех, по факту. Мог. Но, типа, благо, все было нормально. В этой комнате мы просидели ориентировочно 1-1.5 часа. Мы пытались выбраться как только можно без опасных действий, потому что это опасно было, реально опасно. Я просыпаюсь в 12 часов. Нет, я изначально проснулся в 8:30, чтобы разбудить Лизу в школу, но ей было херово, и она не пошла в школу. И я смотрю, а дверь все еще заложена. Я такой, типа, чё? И тут начинается самое интересное. Они 4 раза пытались вылезти. Но из-за того, что мы закрыли ее вот этим вот чердаком лестниц, вот эта вот лестница с чердака, которая, она никак не позволяла уже кровать, тяжелый комод, вот эта лестница и в каламбуре. Они тоже могли открыть дверь вот на столечко. И, чтоб не соврать, они сидели в своей комнате до 2 или 3 часов дня. Просто они не могли выйти из комнаты. Считали я это правильным? Считаю правильным, потому что, во-первых, это было весело. И что им, что нам это понравилось, хоть мы как бы злились друг на друга. Ну а сейчас мы отлично общаемся, и все у нас круто, потому что, камон, это жизнь, это весело, и не нужно. На самом деле, этого влога бы не было, вообще бы не было, если б Ярик не дал изначально на эту реакцию со скотчем плохую реакцию. Он очень-очень негативно высказался и начал нам что-то портить. Такой конченый, интересный, страшный одновременно получился влог. Извините, что я его снимал на iPhone, потому что нужна была камера, на которой я бы супер быстро мог бы снимать и все фиксировать. Вот, я считаю, что мы все молодцы, мы очень классно скооперировались. Мы будто в фильме каком-то были, будто в игре, что нас хотят убить, нам нужно думать план, как все это сделать. Вот, это было офигенно, это было круто, и мне очень понравилось. Я надеюсь, вам понравился этот влог, потому что он такой супер эмоциональный. Много всякого дерьма в нем происходило, и мне это безумно нравится. Я хочу показывать влоги, которые вот такие вот насыщенные моей жизнью, где я не стараюсь отыгрывать, и я показываю все, как есть. Вот прям все, как у меня происходит в жизни. Я не хочу надевать никакие масочки и казаться таким добрым мальчиком. Нет, это не я. Я добрый, но когда я настоящий. Вот. Йоу! Вот такой получился влог. Я надеюсь, он тебе понравился, потому что он сногсшибательный, как я, как вы. Поэтому влепи большой палец вверх, подпишись на канал. Нажми на колокольчик. Ну а с вами был Скамелеон. Всем пока-пока.